Вот со скайдо мы эту часть закрываем. Алчпана. Вот сюда встанет холодильник. И здесь такой маленький шкаф. Я вам покажу какой. Мне дизайн есть. Фотографию него покажу это. Потом это куда-то кухня. Вот здесь холодильник отсюда был. Сейчас выйдет. Здесь я показал, где будет стоять. И здесь будет шкаф. Мне вот такой нижний здесь шкаф. И вот здесь вверх будет шкаф, а посередине такая полочка до печи посередине. Я вам сейчас дизайн покажу, как будет, какие шкафы здесь будут. Вот кухня как удлиняем. Будет здесь, немножко здесь подвинется, удлинение шкафа. И вот здесь такой узкий такой шкаф будет. Вверх и внизу. Это закрывается у нас. И здесь будет сайт холодильник у нас.
Останавливай съемку. А сейчас. Вот так выглядит Скайдо. Поход. Вот так. Пикалотка. Это палками. Открываем вот так. Укрепляем. Потом на нем будет, на этой доске будет вешаться алчепа. Вот так все это укрепляем. Здесь крепко держится. Вот так. Вот здесь. Сейчас алчеп он доставляет. Вот здесь, так, уже. Вот. Вот так мы собрали. Вот так сейчас получилось. И сейчас здесь тоже зашивать будем алчепаном. Вот эту половину. Вот, сейчас. Середина. Середина.
сделали. Здесь до холодильника провели дырку, но здесь будет шнур походить. И включаться кто-то раз, пока это раз. Вот так. Все, с обеих сторон мы закрыли вход. Вот это мастер, какой мастер, вот это его, вот его эта фирма, и если в инстаграме у вас страничка, вот здесь вот инстаграме вот так идет у него, ЕЗ, вот так спорт, там и таки ремонт, стойка, вот это его. Он купил на себе суп. Ну так заклеили обои, здесь прям не видно, что здесь было, пароход или что. Вот так тебе стало. Сейчас по лекарству нет. Вот так закрыли проход. Вот сейчас мы клеим туда обои. Вот здесь закрыли уже. Вот так. Сейчас заклеим. Клеим сюда вот так обои. Все. Тут уже это, проход закрыт. Вот так вытащили здесь отсюда холодильник. Сейчас клеим обои. Вот, вытащили так вот эти обои, как остались у нас. Один рулон у нас остался. Сейчас будем его клеить сейчас. То есть старые обои под холодильником были. Тут очищаем здесь. Здесь завтра пойдет шкаф, но только установит. И вот это тоже место будет, там половина этого шкафа будет стоять. Вот сюда так встал холодильник. Сейчас вам покажу. Вот так встал сюда холодильник. Вот здесь так стал холодильник, пусть стоит там, сейчас завтра придет еще шкафы. Там рядом будет такой бар, как на подобие бара, такой шкаф. Вот как здесь. Вот такой туда шкаф будет. Чуть-чуть поменьше его. Вот сюда станет, возле холодильника. Холодильник вот так здесь стал. Сейчас вам покажу. Вот так стоит холодильник. Вот это пространство, это завтра принесут, после. Они мебельщики забрали. Чтобы подобрать цвет. Завтра это принесут, поставят обратно. Его корпус. Сейчас вот так на кухне стало. Сейчас. Вот здесь вот так стало. Скоро еще дополнительно этот шкаф мы ставим. Дополнительно будет здесь стоять шкаф. Сейчас вы начинаете клеить обои. Все, вот это тоже угол заклеил обоими. Стал обои так снял. Вот такой угол здесь шкафы будут. Здесь уже подготовил вместе шкафу. Вот такой вот. Сейчас покажу так. Вот так будет. Сейчас такая чистота стала, такой угол. Такой шкаф. Сейчас так чисто стало. И вот так кухня встала.